Назвала себя колдуньей и магом. Теперь вновь придется надеяться на адвокатов, а не уповать на мистические силы. Гайба Тихомирова, создатель эзотерической общины «Орден Пути», вновь предстанет перед судом. В августе прошлого года она уже получила 5,5 лет колонии за то, что выудила миллионы из своих адептов за установку защитных куполов, которые якобы от всего оберегают. Собственные купола чародейка и ее приближенные потеряли в феврале 20-го, когда нагрянул СОБР. Тогда оперативники центра «Э», которые проводили в квартирах обыски, словно в лавку полоумного старьевщика попали. Магические шары, литература по оккультизму, груды оберегов, мягких игрушек и россыпи бижутерии. В загородных домах нашли целую гору холодного оружия и шкуры диких животных. Оказалось, что в секте людей, которые искали магическую защиту, укладывали в гробы, заставляли пить кровь и избивали. Теперь Тихомировой грозит еще до 4 лет по статье «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась психологическим и физическим насилием над людьми».